24 раза боевики открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе за минувшие сутки, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Наибольшее количество вражеских обстрелов пришлось на мариупольское направление. Все подробности узнаем от Игоря Левенка. Да, находимся в полукольце. Это явно видно по опорным пунктам противника с вот этой стороны. И получается, там их крайний край. Передовая в районе села Богдановка, мариупольское направление. Это позиция, которую наши армейцы заняли всего несколько недель назад. Рядом оккупированное село Петровское, под самым носом у противника. В мае этого года военные закрепились на высоте, которая теперь у врага словно кость в горле. Наши военные заняли стратегическую позицию, и хотя теперь они фактически находятся в полукольце, но это позволяет им контролировать ряд автомобильных коммуникаций противника. Позиция является очень опасной, потому что враг постоянно пытается выбить отсюда наших бойцов. Она контролирует подъезды в Петровское со стороны Стывы, эту вилку. Она контролирует подъезд к Викторовке. Она контролирует подъезд со стороны Раздольного, Вилки, Комсомольская, Иловайск, в сторону Петровского. И получается дорогу, которая ведет на Староваспу, Нововаспу. Эту местность боевики тщательно заминировали. Были растяжки, противопехотные и противотанковые мины. Но за 2 суток наши солдаты разминировали территорию и начали окапываться. Напичкали более 20 единиц, сняли с этой позиции. О перемирии здесь нет и речи. Боевики стреляют почти всегда. Как только наемники узнали о новой позиции украинских военных, начали ее атаковать. Нападение на пост с 2 сторон. Пехота противника, это были разведгруппы. И совместно с ними работал снайпер. Снайпер снял постового одной пулей. Одного постового убил и поймал второго же. И он был 300-й. И с 2 сторон подходили пехотные группы противника. Удалось их отразить, они отошли. Враг тоже понес потери. Теперь наемники обстреливают армейцев в основном с дальних дистанций. Стрелковые, 82-й миномет с их стороны. Ведут они себя, в принципе, там очень нервно, бегают, перемещаются. И пользуются тем, что украинским солдатам открывать огонь нельзя. Боевики в это время укрепляются. За период перемирия появилось у них более 4 опорных пунктов. В наглую копают. Силами трактора с лопатой удалось спугнуть. Теперь они вручную копают. Наши солдаты тоже закрепились на занятой позиции и уверяют, выбить их оттуда врагу не удастся. Позиция за нами, и мы будем стоять до конца. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер».